Да, а тут вода же теплая, так весь. А рыба? Ну, рыбу ловят, как бы, но я сам не рыбак, поэтому я ничего не могу сказать. То есть, ну, как... какой-нибудь там окуней, можно и какой-нибудь. Ну, плавать, детишки с удочками сидят. Да. Для удовольствия. Так, что то ли они что-то ловят, то ли просто ради удовольствия. Под процент. Ты чего, одевай сандалии обратно. Так они сейчас не высохнут. Я бы нас не сняли. Ну хорошо. Так что, ну слушай, да, интересно. Вот, тем более там изначально-то здесь проезд для машин все был закрыт, угу. Потому что особо эти сообразительные пытались от машины мыть. Вот. Но так вон тут лавочка есть. То есть, в принципе, тут тишина какая. То есть, если там с детьми или самим отдыхать после трудового дня, так приехал, на лавочку сел, пивка взял и сиди в тишине, отдыхай, релаксируй. Точно. Тем более, он сейчас, кажется, вообще пятница, а он тихо, то ни криков, ни матерных воплей. Да. Да хочу пятница день, во-первых. Ну, не всегда. 80-е, 90-е тут жизнь кипела. Тут же корешки-то не зря вот так вот обуглены. Тут собирался, народ собирался только в путь. Вот. А сейчас хорошо, чисто, спокойно. Вон тут даже самые отважные, он еще купаются на этой, на веревке. Разгоняются и бульк. Вот. А так оно идет. А ну поехали, все. Да, я все пофоткал. Вот. А так, если кто очень страждущий, так тут до нашей дачи можно вот этим путем даже проходить. То есть я тут все ходил по этим просекам. Там дальше еще один пирс будет. Вот. И там дальше будет еще родник, который питает это озеро. Вот. Так что вот так вот. Тут он еще у нас турничок сделан у местных активистов. Тут черничка.